Так, доброе утро всем. Мы одеваемся. Я сегодня везу деток в садик. Да. Да. Это... Что? Мне же потом рюкзак надо покупать. Конечно, в школу тебе все надо, сын. Мама, дай мне лятку ходить. Тебе скоро. Как научишься правильно говорить, сразу в школу. Скоро. Ему очень скоро. Так, отвезла детей в садик. Купила цикория. Что-то кофе вообще мне не доходит, какой-то весь невкусный, поэтому теперь будем пить цикорий. Вот такой вот он, здоровье, который нравится больше всего эта фирма, 84 рубля стоит. Был еще какой-то за 30 рублей. И какое-то непонятного происхождения. Ой, я не могу, как это круто, когда заваривается чай и все эти лепесточки. Очень здорово здесь. Летают. Так, я сделала себе цикорий. Боже, как это вкусно. Как давно я его не пила. Делаю себе так же, как и кофе. Полкружки цикория, полкружки молока. Кто приехал к тете Вере? Я. Ты кто? Я Зоя Степановна. Зоя Степановна? Да. Тетя Вера пойдет поработать. Ты с Гришей учить уроки, хорошо? Почему? Потому что ты сейчас пойдешь поиграешь, построишь мне дом, потом я приду, мы будем читать книжку, хорошо? Бабуля. Бабуля? Бабуля. Привет, сиди, работай. Ну что смотрим, зайчика? Она попросила фиксиков, я их включу. Так, Григорий, а ты, пожалуйста, пойди по-английскому, повтори все слова, хорошо? В словарике прочитай, ладно? Один раз. Один раз. Только все именно по-английски и по-русски. Понял? Так, сейчас будем готовить суп с фрикадельками. Начнем, как всегда, с овощей. А в конце уже я добавлю фрикадельки и рис в суп. Мастер-класс, как резать картошку. Как резать картошку? Взяла ножик и, как всегда, режешь. Просто режешь, да? Ну да. Я пошел. Так, теперь режем морковку. Я ее сначала режу на вот такие бочонки. Потом их ставлю и нарезаю. Вот так. И теперь переворачиваю. И вот так вот. И вот такая вот морковка получается. Так, всю морковку. Так, и теперь режем лук. Я его прям очень люблю резать вот таким вот синеньким ножом-пилой. Так, я уже все добавила в суп, и рис, и сделала фрикадельки. Так что сейчас все это покипит немножечко. Я буду добавлять зелень и чесночок. И фрикадельки у меня сделаны вот здесь. Куриный фарш 0,5 кг и 0,5 кг свино-говяжьего, соль, перец и лук. И потом еще из вот этого всего я пожарю котлетки на ужин. Так, ну что, супчик с фрикадельками готов. Все фрикадельки всплыли. Вот, в общем, все очень аппетитно. И с рисом он. Так что сейчас немножечко настоится, здесь поженится. И будем кушать. Так, все, Григорий обедает. Потому что уже 12:15. Так, что ты будешь пить? Чай?
пистолетом ходит. Нет, я с селфи-палкой. А это что за девочка? Как тебя зовут, девочка? Зайчик. Зосик. Зайчик? Да. А как по-правильному тебя зовут? Зоя Степановна? Да. Зачем фамилию говорить? Это не фамилия, это отчество. Степан. Зачем отчество говорить? Не знаю. Ну куда мы собираемся, а? На улицу. Зоя, ну какая улица, Зоечка? Там холодно. Там и папа. Ну подожди, сейчас папа ж зайдет. Нет, дедушки. До дедушки пойдешь? Что у нас за радость, Маргарита? Снежок делала Эльза. Снежок. Какой... Эльза делала, вот получается. А, это ты сделала? А я думала, это не ты, а это ты снежок сделала. Да он какой кружится, да? Беленькие мушки такие еще пока летают. И Марсик с тобой. Марсик, ты хочешь заходить уже? Пошли открывать дверь, будем заходить. То тут прохладно, да? Сейчас даже еще больше снег пошел. Правда, его тут не видно. Но он все-таки есть. Что за снежный человек бежит? Вот. Туда. Туда пойдем? Маленький снежок идет. Да. Может, тебе перчатки надо, Маргось? Да. Ручки замерзли-то? А? Ты не брала с собой перчатки? А-а. Ну, я тебе только могу дать мальчика в перчатки. Да. Подходят тебе да. такие? Ай, обалдеть, как он пошел! Класс! Вот этот снежок. Мне вообще не верится. Что у нас такой снег? Я рада. А Маргарита уже зашла в комнату, ждет меня. Так, мы же довязали. Родители уехали. Ой, вот две коробки только осталось. Степа заберет с девочками. У нас опять повалил снежок, и опять такими хлопушками, что просто супер. Маргарита уже мечтает, как будет играть в снежки. Смотри в окно, что там происходит. Ты видела? Ты видела эту погоду? Зая, ты видела? Да, пошли гуляй на улице и кидаться с мешками. Пошли одеваться, ну их эти котлеты. Пошли под снегом бегать. Пошли! Зачем нам эти котлеты, да? Да. Быстро! Нет, не кривляемся, быстро одеваемся. И на улице.
Побежали скорее. Вот так? А где кофта? Была? Вон, по-моему, все лежит. При входе, нет? Выходи. Глянь, тут как круто. Все белое. Иди сюда скорей. Моргась. И снег еще идет. Тут сейчас такое лупило вообще. Обалдеть. Короче, Маргарита тут меня обкидывает снежками. Получайте. Спасибо. Смотрите, какой снег стоял от моих рук. Угу, твердый, да? Не. А какой? Твердый. Твердый стал? А вы хотите такое же сделать? Я боюсь, что он холодный, Маргарита. Ну, он правда холодный. Да? Может, да. Тогда не будем? Будем. А давай слепим снеговика. Зайчик, у нас пока будет грязный снеговик. А? Потому что еще снега не навалило много. Видишь, еще немножечко. Горка какая, да, в снегу? Угу. Становись возле горки, я тебя сфотографирую. Снежочек. Да. Вот так, давай. Маргарита, опять балуешься? Маргарита, посмотри на тетю Веру, просто как будто ты принцесса. Посмотри на тетю Веру. Сейчас, я вас еще. На батуте больше всего, да? Зая, нет! Какой разбойте тебя? Ты представляешь, что там сейчас ты будешь одна большая снежинка. Ну так прохладненько, да, на улице? Да. Ты чувствуешь? Угу. И я чувствую. А снежинки можно вон там. Угу. Смотрите, какой получился. Как будто рыбка плывет. Привет, плывет. Плывет. Да. О, давайте. Надо их ставить вон там. Ставить. Может, перчатки одеть, Маргарит? А? Может, перчатки одеть? Где перчатки я тебе давала? Карманы. Может, ты их оденешь? Да. Да, Лена, помогите мне одеть. Маргарит, я не спец. Вот так одевай. Нет. Я буду. Маргарита, давай я тебе лучше помогу. Давай. Я думала, ты умеешь. Нет. Очень. Смотри, сколько на... Вот, какой у меня замок. А, это замок у тебя? Да, снежный, королева снежный. Маргарита, давай заходить, а то тетя Вера уже замерзла. Нет! Ну, только весело началось. Только началось весело? Давай что-нибудь напишем, хочешь? Маргарита, давай что-нибудь напишем здесь. Давай Марго напишем. Давайте. Кто будет писать? Дедушка Мороз. Так и написать? Да. Маргарита, давай лучше Марго. Нет, да, вот... Марго, ты меня морозишь. У меня холодные руки. Так, мы же с Маргариточкой налепили котлеток, опанировали и мы их в муке, потому что сухариков... тарелочка с водой. Тарелочка с водой, это я мочила ручки, чтобы фарш не прилипал, да? Мне тоже нужна вода. Тебе пока не нужно, я дожарю, потом тебе нужна, хорошо? Маргося пока тут муку перемешивает. Я из нее выпью. Кого? Я котлеточку. Котлеточку? Да, вот эти мясные крема. Так, не кричим, пожалуйста. Афанасий, что ты хочешь? Давай уже не будем, заходи, пожалуйста. Девочки к тебе приехали в гости, заходи. Нет,
мне приехали. Девочки приехали. Заходи, заходи, Фоконька. Я хочу. А потом еще пойдем, заходи. Нет, я сейчас хочу. Маргусь, ну мы что с тобой были? Пошли. Все, дети мои теперь тоже кушают. Мы уже с Женей покушали. Теперь детки. Что, никак? Вот. Кого ты понесешь, покажи. Выпросила Матриона моя. Пахнет? Чем пахнет? Какой краской? Медом. Медом. Марго, где шапка? А с шапки где-то я вот, не знаю. Вот шапка, вот. Давай, Марго, Зоечки. Давай. Ты будешь одевать их? Я думала, ты мне отдаешь. Зой. Бобонтик. Да подожди, Зой. Садик, да? Он тоже завтра праздник. Маргарита не будет проситься, чтобы ее забрали, правда? Нет, будут проситься. Нет. Да. Так, кефир на ночь. Кто будет кефир? Папа кефир. Антош, ты будешь? Да. Давай тогда садись. Только иди умойся. Так, вот такие вот два наборчика для мам получились. Вот такой вот очень милый, нежный я дорисовала ему глазки. Ой, он мне так нравится, этот мамонтенок, как вам. С надписями, конечно, нужно еще потренироваться. Единственная мама на свете, пока еще действительно единственная, буду тренироваться обязательно. И вот такое вот ромашковая мама. Я балдею, мне очень нравится. Сейчас мы с Антохой смотрим Рихтера, смотрим почти все серии. Очень интересно. И Антон Сергеевич тоже смотрит. Тебе нравится Рихтер? Да. Сидим. Антоха тут рассуждает, да? Рассуждаю о болезни. О болезни рассуждаешь? Да. А в фоне что делает? Грызет ногти? А вот такой вот семейный вечер. Папа играет в компьютер. Far Cry 4, да? Да, мама его скачала. Сначала Гриша, и папа дальше прошел, чем Гриша. Уже скоро закончит, наверное. Да. А Гриша же за каникулы прошел Far Cry 3. Еще он сейчас средненький, который потом самый старший. Трудный. Да, трудный. Очень трудный. Да? Да, очень-очень. Младшего, среднего и старшего.